Привет, пап. Здравствуй, Пенни. Я скоро умру? Катополис. Как же страшно. Все вокруг. 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 Как же страшно. Отец меня убьет. Да уж, и меня. Слышь, дитё, у меня мало времени. Я видел, что натворил. Хочешь рано бабла срубить? Загляни. Слышал я, ты опять на работе дерешься? Нет, с чего бы. Да с того. Тебя в новостях показывали. Но это ведь не я. Пенни, а если честно, тебя снова уволили? В том-то и дело. У меня новая работа, честное слово. Первый день завтра. Пап, ты увидишь. Поверь, дай мне шанс. Он должен поверить. Проводите ее в камеру. Запускай стажера. Вы должны драться. Для чего это? В медицинских целях. Политика компании. Редко меня в армейку отправили. Сказали, что я дегенерат или в этом духе. Не думаю, что ты дегенерат. Да уж. Теперь хотя бы ствол есть. Вот. Да уж. Это офигенно. Как на работе? Круто. Добро. Горжусь тобой. Победа за мной. Видишь знак? Не входить.
Пенни, ты меня слышишь? Просто я устала. Тебе пришло письмо. Ты в порядке? Да, я в порядке. Просто отдохни немного, ладно? Тебя по телеку крутят? Получай. Нет. Алкаши. Что это за пакет? Ну, я не знаю. Это бессмысленно. Сними пакет. Окей, ладно. Тогда давай подождем, посидим. У него ствол. Ты знак читал? Не бомжевать. Слышь, шевелись давай. Свали! Эй, петард! Тут дегенерат пробегал, не видел? Эй, спасибо за это. Я не забуду. Дэви, это ты? Пенни? Что за пакет? Слушай, у меня есть просьба. Удачи там. Что? Она меня убьет? Эй!
Ты куда бежишь? Не хочешь закончить дело? Пойдем. Что теперь? Я не знаю. Настолько далеко не загадывала. Ладно, тогда я пошла. Удачи. Две кошки бежали, не видела? У одной еще такой пакет на голове. Нет. Если вы видели этих. Everywhere you look, there's something pretty. The universe is calling better.